Около кафе на улице Побратимов в Люберцах трое злоумышленников напали на двоих мужчин. Одному удалось убежать, а у второго отобрали 300 тысяч рублей, банковские карты, личные вещи и документы. Общая сумма ущерба составила 1 миллион. Сотрудниками МВД России и подмосковной полиции при участии Росгвардии задержаны трое подозреваемых в совершении грабежа. Задержать предполагаемых грабителей помогли камеры видеонаблюдения. В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество, а также предметы, визуально схожие с пистолетами и патронами. Они направлены на экспертизу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.